Ну а перед началом данного видео, друзья, я бы хотел вам посоветовать вступить на сервер в Дискорде Trouble Home. Здесь вас ждут адекватные игроки и теплая атмосфера в игре по Beast of Bermuda. Также у них есть свой сервер в игре. Здесь вас ждет множество ивентов, бои на арене, воздушные баталии, битвы с боссами. Администрация, опытные ребятки, которые с самого открытия игры занимаются Бермудой. Все ссылочки будут в описании под видео. Ну а мы начинаем, друзья. И всем привет, друзья, с вами SkyTop, и, друзья, сегодня у нас Beast of Bermuda. Давно я хотел рассмотреть такого динозавра, которого недавно совсем добавили в эту игру. Это динозавр Зайхами. Кстати, присмотрись, кого-то уж очень он напоминает. А напоминает он правильно, Анкила. Того самого мощного, жестокого, но милого, боже, Анкила. Так. Короче говоря, я хочу сегодня за него немножко побегать, посмотреть. Вообще, я любитель птиц, насколько вы знаете, но сегодня я побегаю за этого милого поросеночка. Назовем его так. Кстати, можно выбрать ему, знаешь, какой раскрас? Какой-нибудь неоновый. Какой-нибудь яркий неоновый раскрас. Так, голова. Можно что-нибудь такое тоже. Допустим, вот такого ядовитого цвета, я думаю. Давайте вот так вот поярче. Так, а здесь вот, наверное, вот так оставим. Так, детали. Это, я так понимаю, у нас туловище, да? Тоже какой-нибудь, можно такой рыжий окрас. Вот так вот мы сделаем чуть, наверное, поярче. Так, второй цвет. А почему вот здесь вот неоновый цвет такой не выдается? А, это то есть... Ноги-то? Понятно. Понятненько все с вами. Так. Ой-ой-ой, какой он... Ой, о, подожди, стой. Розовый. Нет, я не хочу розовый, я хочу что-нибудь зеленоватого. Такого тухлого цвета, наверное. Это слишком яркий. Вот так вот, если, может быть, так вот выбрать... Я думаю, да, наверное, выберу такой. Ну что ж, давайте побегаем и посмотрим, что у нас будет. Так, красавец наш выбран. О, боже. Слушай, мне кажется, за место глаз у него такие два рога вот этих торчащих из головы, да? Как будто, как у инопланетянина, знаешь, торчащие глаза. Ну, наш поросеночек, я смотрю, передвигается очень быстро. Так, подожди-ка, а что у нас? Ну, я думаю, удар он наносит мощные. Боже, знаешь, он мне еще кого напоминает? Он мне напоминает маленькую собачку Пекинеса. Она тоже так же ножками своими передвигает. Карманная собачка, да? Когда ее выпускаешь, она тоже так же бежит. Из-за своих коротеньких ножек. Ну, бегает, конечно, это капец. Посмотри, как он отталкивается. Он задними ногами отталкивается. Мило. Может быть, найти какой-нибудь водопой? Было бы классно, конечно, взбиться в стайку с какими-нибудь травоядными. С какими-нибудь апата, да, для начала. Для начала роста, чтобы меня не убили хищники или не заклевали птицы. Они же птеры. Боже, но он милый. Он очень милый. Блин, какой он милашка. Ой-ой-ой, подожди. Кстати, на месте он тоже свободно двигается. Это у него в желудке пробурчало? Кстати говоря, по стамине тоже у него, в принципе, знаешь, так стамина не очень быстро кончается. Ну, хотя мы залезаем сейчас в горку. Короче говоря, давайте, друзья, найдем какую-нибудь себе компанию, а там уже посмотрим. Как раз еще и подрастем, друзья. Так, друзья, я вновь в игре, и на этот раз я немножко поменял скин.
Я поставил такой, знаете, не слишком выделяющийся, ну хотя вот белые шипы окрас на его спине, они в принципе могут меня выдать. О, велоцирапторик. Здравствуйте. Здравствуй, милый велоцираптор. Ну куда ж ты, малыш? Слушай, давайте погоняемся за ним. Поиграем в кошки-мышки. Блин, ну как же так? Мне сразу не повезло. Это капец, конечно. Это блин. Так, пойдем, короче говоря, к воде, наверное, я думаю. У нас где-нибудь есть трава или озера? По-моему, поблизости ничего нету. Ладно, короче, пойдемте. Так, друзья, в общем, произошла такая неожиданная беда. Я хотел переплыть, перейти, вернее, вот на тот остров. Вот. Там был проход. И был здесь проход. Пока я шел до того конца, блин, там все затопило водой. В итоге я решил вернуться обратно вот на тот остров, но здесь опять. Но здесь, вернее, тоже все затопило. Вода прибывает. Кстати, обрати внимание, вода прибывает и... Блин. Вроде бы не было дождей. Откуда берется вода? Это прилив или отлив лунный? Что это? Боже. К сожалению, я заметил то, что мой поросеночек, он не умеет плавать. Он плохо плавает, и поэтому он сразу идет ко дну. Блин, кажется, я в ловушке, короче говоря. Не знаю даже, что и делать. Да, тут только милый птера пролетал рядом, помахал мне крылышками и сказал: слушай, дружище, держись там, а я посмотрю сверху на тебя. В общем, я не знаю, я в какой-то западне, блин. Конечно, можно попробовать переплыть вот на тот маленький островок, а потом подняться выше. Блин, ну, короче говоря, я сейчас буду пробовать. Не знаю. Как он прыгает ножками, это удивительно. Да, острова подтапливает, и это очень плохо. Конечно, для водных обитателей это здорово, я тебе скажу. Откуда здесь потоп? Почему? Так, короче говоря, вроде бы мой поросеночек держится хорошо на плаву. Поэтому я сейчас попробую переплыть на тот остров. Ну, а дальше мы сходим с вами, друзья, куда-нибудь. Кстати, вон там, по-моему, впереди пещера. Ну что ж, поплыли. Ай, нет, боже, боже, ну что такое? Мне сегодня не везет. Быстрее наверх, быстрей. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. О, нет. Маленький поросеночек, я тебя умоляю, держись. Я так и думал, это самое время для хищников. Боже. Короче, друзья, я вновь в игре. И да, у нас потоп. У нас потоп, я зародился где-то в другой области совершенно. Вот, и, короче говоря, пойдемте в самый, вот на самый большой подъем. Может быть, там кто-то есть, я не знаю. Сейчас, я думаю, да. Наверное, где-нибудь держаться повыше. О, нет, пожалуйста, ну только не опять. Слушай, ну... Неприятности случаются. Ну что ж, давайте будем драться, я не знаю, у нас другого выбора нету. Слушай, а это не тот ли... Не тот ли Рекс, который нас в первый раз обидел? Слушай, ну я сейчас буду давать ему отпор. Сколько можно обижать маленького поросеночка? Апата, ты, блин, ты моя палочка-выручалочка на сегодня. Срочно бежим к Апате. Ага, я и смотрю, Рекс-то спрятался, по-моему, да? Он испугался, все понятно. Апатушка, подожди нас. Нет, ну, сколько можно обижать поросеночка? Нет, ну реально. Да, кажется, Рекс, короче, он там остался внизу, он не хочет связываться с Апатой. Быстрей. Давай, малыш.
шевели копытцами. Тяжело, конечно, ему в горку забираться. Ох, какой он красавец. Да куда ты делся, боже? Ну сегодня со мной никто не хочет дружить. Опада, блин. Слушай, похоже на ту пещеру, на которую я хотел переплыть. Ого. Ого-го, интересно. Так, кто-то из моих подписчиков мне писал в комментарии по Beasts of Bermuda, что вот эти кристаллики, они дают, по-моему, очки, если я не ошибаюсь, рост, ну что-то в этом роде здоровья. Давайте пособираем их, наверное, маленько, я думаю. Слушай, их здесь довольно-таки много. Я надеюсь, меня сейчас никто не придет обижать опять. Нет, ну реально, это ну невозможно. Сегодня со мной никто не хочет дружить, боже. Если на нем шипы, это не значит, что он такой страшный и злой. Так, друзья, в общем, я пособирал немножко там кристаллов и решил забраться на вершину этой горы. Кстати, здесь хорошо, здесь есть озеро. Это очень хорошо, знаешь почему? Потому что можно напиться перед сном, потому что я так подумал, скорее всего, сейчас придется пережидать, когда вся вода спадет немножко с островов, вот, и тогда уже отправляться в какое-нибудь путешествие. Ну, невозможно сейчас плавать, это очень будет долго. Ты посмотри, там только что был остров, а его уже нету. Да ладно? Его утопило? Его затопило? Блин, да что происходит-то, я не пойму. Что это за наводнение? Ведь нету дождя. Нет, ну я понимаю, конечно, был бы дождь, там все дела, да, но... Нету дождя, и острова топятся. Ух ты, ух ты, ух ты, подожди. А вот, кстати, можно будет спуститься вон туда. Можно будет спуститься вон туда, да-да-да-да-да. Подожди-ка, там нет никого? Нет, там, к сожалению, я никого не наблюдаю. Я думаю, в общем так, друзья, я здесь останусь на ночлег. Надеюсь... так, с голодом у меня, в принципе, все нормально. Да, наверное, все-таки, друзья, я здесь переночую со своим поросеночком, вот. И мы тогда уже отправимся с вами в следующее путешествие. Но это уже, наверное, будет, друзья, в следующей серии, так что... Ставьте пальчик вверх, кому понравилось, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч, пока-пока, поросеночек, скажи пока. Скажи пока. Еще раз, поросеночек. Вот, красавчик. О, здрасте. А, смотри-ка, я не буду... Я буду не один ночевать, я буду ночевать с Птерой. Очень мило. Очень мило. Ну все, короче, друзья, все. Всем пока-пока-пока.